Люди, привет! Сообщают. Ну, сообщайте, что я в прямом эфире. Привет! И вам привет, ребята. Решила я с вами пообщаться немножко. Есть свободные там минут 15. Ой, сердечки пошли. Я вам тоже посылаю свои сердечки, улыбашки. Что-то как-то свет у меня ярко очень, мне кажется, надо... О, вот так. Привет всем. Знаете, какой у меня вопрос к вам? Кто слушал альбом мой новый, целый? Какие песни больше всего вам понравились, запомнились? Может быть, сейчас в плейлисте что-то у вас постоянно стоит? Какая-то, может, любимая есть песня? Рассказывайте. Привет из Нижнего Новгорода. Привет Нижнему Новгороду. Привет, Караганда. Привет, красавица. Ой, спасибо за комплимент. Ну, в общем, жду ваших комментариев. Продолжение будет туры, конечно же, февраль, у меня и март. Смотрите в соцсетях, какие города. Значит, февраль – Дальний Восток, март – Западная Сибирь. «Однажды соляви и не обманывай». Супер, вот первые у нас фавориты пошли. Привет из Кургана. Курган, привет, мой дорогой родной Курган. Скучаю очень. Хочу приехать. Чита ждет тебя. Я вас жду. Так. Как дела? Ну, дела прекрасно. Видите, с вами общаюсь шикарненько. Привет из Саранска. Так что, иди вперед, да, супер песня. Мне ее очень живьем нравится исполнять с музыкантами, так, чтобы жахнуть, так жахнуть. Привет из Иркутской области. Так, в Нижний зовут. В Карелию. Ой, как приятно, что вы меня везде ждете. Я с удовольствием приеду. После того, как вот откатаю Дальний Восток, Сибирь... Волгоград ждет. Ой, спасибо. Ну так что, насчет песен-то пишите. С альбома, какие бы все понравились. Больше вот людям старые песни нравятся. Тоже вариант. Тоже очень искренне и честно люди. Молодцы. Так, из Липецкой области. Привет. Привет из Греции. Греции тоже привет. Из Узбекистана, из Харькова. Спой припев, иди вперед. Но это мы на закусочку оставим. Сейчас пока пообщаемся. И вам хорошего вечера желаю. У кого вечер, а может у кого-то уже и ночь, а у кого-то и утро. Так, в Мурманскую область пора. Ну мы сначала... Кто-то мне сейчас звонил. Не могу ответить. Я в эфире. Так, иди вперед, очень крутая. Что вы тут обсуждаете? Мы обсуждаем мой новый альбом CLV. И какие песни вам понравились. А может быть, кто-то еще не слушал, так что послушайте. Отправь воздушный поцелуй. Муа, пожалуйста, не жалко. Соляви. Одессе привет. Соляви и Одессе привет. Забудь. Вот очень нравится людям. «Не обманывай» и «Молния» – отличные песни. Да, я тоже так считаю. Очень долгожданный альбом. Я тоже рада вас видеть. Так, привет, ребята. Передаю вам приветы. Ну, вы просите, я передаю. Мне приятно. Кстати, вот насчет моих фаворитов в альбоме. Я не могу, если честно, конкретно определиться, потому что каждая песня, она по-своему мне близка. Все зависит от настроения. В каждой песне есть частица моей души, моего сердца. Ну, вот это вот вся бла-бла-бла.
тыры-пыры. Но если честно, то я люблю и потанцевать, кто знает. Вообще я с детства танцую. И люблю порыдать, и люблю помечтать, и все это есть в новом альбоме. Поэтому, конечно, если сейчас говорить, какую бы я сейчас включила себе песню для настроения, наверное, песню «Зачем?». «Молния», «Однажды», «Тик-так». Ну вот видите, песня Евы Польны «Однажды» нравится очень многим людям, и мне безумно приятно слышать это и видеть. В Беларусь приедем как только так сразу. На Байкал меня зовут. Ребята, спасибо огромное. А почему решили назвать песню не «Настройки»? О, это очень смешная история. В общем, песня есть в альбоме, называется она... Сейчас вот я уже забыла. В общем, рабочее название у него было «Настройки». А в результате она назвалась у нас «Больше не терять». Песня «Больше не терять». Ну и объясню. У меня музыканты каждый раз, когда мы ее репетировали, уже просто смеялись над тем, что они как бы настройки, понимаете? То есть они не музыканты, как будто они как будто бы настройки находятся. И все вот ржали по этому поводу насчет названия этой песни. Поэтому мы ее назвали по-другому. Ну и в принципе смысл мне нравится: больше не терять, а только приобретать и верить во все хорошее, очень хороший смысл. А вот настройки, реально, ассоциация со стройкой. Поэтому решили переделать. Привет, привет, привет. Мои сердца вам. Любовь моя вам в этот вечер. Ой, сколько сердечек. Я вам тоже посылаю. Любовь найдет, вот людям нравится. Я рада, что вам нравится «Любовь найдет». Ну, клип уже на нее был. Конечно же, и клип у нас обязательно будет на новую песню. Ну, сначала из альбома, а потом еще у нас там... сколько у нас новостей интересных впереди. Ждите, ждите. Мы не останавливаемся ни на секунду. В Курган собираешься? Ну, очень бы хотелось, но в графике концертном пока не стоит. Юля, ты все комментарии читаешь и не на все отвечаешь. Ну, как это? Я не все комментарии читаю, когда я что-то рассказываю, я не могу одновременно рассказывать и читать. Как я отношусь к Димашу? Прекрасно. Это очень талантливый исполнитель, артист с уникальным голосом. Добрый день, спасибо за альбом. Почему больше не сотрудничаем с Настей Максимовой? Я, кстати, с ней разговаривала о новых песнях. Спрашивала, может быть, она что-то написала новенькое. На что она призналась, что очень давно не писала песен. В основном она сейчас сама исполняет материал. Она... классическим вокалом больше занимается, то есть исполняет классический вокал, оперный, вот. Здравствуйте, здравствуйте. Каждая песня хит. В Улан-Удэ сделаем концерт? Ну, я надеюсь, что сделаем. Забавно. Сделаешь ли меня известным, спрашивают. Я не знаю, как вам сказать, сделаю ли я вас известным. Если вы песню, допустим, интересную мне пришлете, а я ее спою, и она хитанет, и вообще вот таким образом можно сделаться известным, как автор, например. Привет из Волгограда. И вам тоже. Песня «Прости за любовь». Ну, это старая песня. Успехов в творчестве мне желают. Спасибо огромное. Так.
И вас тоже с масленичной неделей. Кто-нибудь блины уже пек? Забудь, нравится людям. Прекрасно. Еще раз повторяю вопрос, кто подключился. Любимые песни из нового альбома. Есть какие-то? Однажды. Какого цвета у меня глаза? Зеленого. Очень красивый альбом. Спасибо. В Питере когда концерт? Ничего не знаю пока вот насчет Питера. Я блины еще не пекла, честно признаюсь. Мне тут цветочки дарят. Спасибо. С кем я разговариваю? С вами, конечно. Да нет, так сама с собой просто сижу. Из солнечной Чувашии привет. Привет и вам. Жду от вас блины, мне пишут. Спасибо. Тик-так, любовь найдет от Москвы до Мадрида. Вот здесь пишут любимые песни из альбома. Блины пекли. Ой, спасибо за приглашение на блины, только я не знаю, где вы находитесь. Любимые песни «Не обманывай», «Соляви», «Зачем». Ой, спасибо за комплимент. Пишут, что я торты прекрасные делаю. Просто постоянно меня спрашивают, когда же я открою свою кондитерскую. Ребята, ну это же нужно отдельно на это силы, время. Ну, очень много всяких заморочек. Поэтому пока нет. Но все впереди. Обязательно, все впереди. Самая любимая песня «Тик-так» и «Однажды». Любовь найдет. Спойте. Споем обязательно. Ждем ваших фоток с тортиками. Так. Читаю вот ваши комментарии. У меня стиль поменялся. Поменялся стиль в чем? Во внешности, в одежде или в музыке? Любовь найдет. Верь в себя. От Москвы до Мадрида. Класс. Спасибо за такой альбом. И вам спасибо, что столько позитивных отзывов. Тик-так. Очень эмоциональная песня. Очень понравилась. Но я писала уже, что Тик-так посвятила своей дочке. Дочке Ане. Так. Нос, да, у меня не маленький. Могу вот так еще продемонстрировать. Когда приедете в Японию? Ой, ну мы же там однажды были, и у меня муж вообще фанат Японии. Он очень хочет еще туда вернуться. А насчет меня, ну, было достаточно сложно там находиться. В том плане, что столько цветов, столько эмоций, очень яркая страна, интересная. Вот молния нравится людям. Привет из Иркутска, привет, Иркутск. В Москве будет обязательно концерт, к нему нужно подготовиться. Я хочу сделать большой концерт в Москве. Какие вам блины нравятся? Ну, я писала уже вот буквально там несколько дней назад пост. Мне нравятся тоненькие такие, по краям хрустящие блинчики. Зачем нравятся? Красивые брови, спасибо. Интересные тут вопросы. На какую песню следующий клип? А вот увидите, следите за моим творчеством, и тогда вы узнаете. Так, Леонтор тут кричат. Да, спасибо, я знаю, что мой нос — это отпад.
в Германию, ну, зовите, мы приедем. Спасибо за комплимент. Кто-то вот пишет, что я шикарно выгляжу. Причем я знаю, да, я хорошо выгляжу, спасибо. Пожалуйста, делайте больше сторис. Ваша жизнь очень интересна. Я стараюсь не пропустить их. И посты тоже. Спасибо, буду стараться. Ну, не всегда получается, как вы понимаете. Да норм нос, пишут. У меня бабушка говорила моя, к сожалению, которой с нами давно уже нет, баба Женя. Она говорила, нос на семерых рос, одному достался. Ну, в общем, кстати, я с возрастом очень на нее становлюсь похожей, на бабу Женю. Однажды, это круто, песня «Однажды». Так. Ну все, про мой нос начали. Спасибо, я люблю внимание, и он тоже. Привет из Улан-Удэ. Ой, столько комментариев, я вот сейчас перелистываю, как-то чтобы... Когда в Саратов с концертов? С концертом? Как только, так сразу. Так, вы прекрасны, не беспокойтесь, и нос нормальный. Я в вас влюбляюсь, говорю же. Какая прелесть. Спасибо. Снимите клип на «Однажды». Ну, песня достаточно непростая для восприятия. Вот такие песни на радиостанции точно не возьмут. Они грустные. А грустные песни сейчас на радиостанции вообще категорически не берут. Тем более впереди весна, лето. Из Актюбинска привет. Привет Актюбинску. Вы прекрасны, спасибо. Давайте споем вместе. Ну, давайте споем вместе. Меня «Иди вперед» просили. Иди вперед, и возвращаться не надо. Уходя ты, уходи. Немножечко так, чтобы не пугать. Привет из Чувашии. Привет из Томска. Так, очень люблю тебя, Юлечка, за талант и доброту. Спасибо большое, мне приятно. Ой, комплименты тут. Комплименты. Говорят, что я похожа на Аврил Лавин. Ребят, ну это устаревшая какая-то информация. Сколько лет уже прошло с того момента, как все меня с ней сравнивали. Это было в 2003 году. Передайте привет Новосибирску. Передаю привет Новосибирску. Прекрасный город. Спасибо. Комплименты мне здесь. Ну, задавайте какие-нибудь вопросы, что кого интересует. Юленька, как дочку звать? Еще раз повторяю, ее зовут Аня. Из Стерлитамака, привет, привет, Стерлитамак, мы часто у вас бываем. Я с вами в Смул спела, ой, здорово. Стрижка нравится людям, спасибо. Ну, как показало исследование, со временем понимаю, что людям нравятся больше длинные волосы. Вот, кстати, делитесь в комментариях там. Вообще, как больше вам нравится? Вот девушка с длинными волосами, там, с локонами или со стрижкой? Расскажите о самом необычном подарке. А самым необычным, ну, меня всегда удивляет мой официальный фан-клуб. Что-то всех интересуют подарки. Но они мне дарили кольчугу настоящую. Она у меня лежит, естественно, там в чемодане. 20 кг весит, наверное. Длинные волосы супер.
А вам тяжело петь, меня спрашивают? А почему тяжело? Нет, абсолютно нет. Я вообще люблю это дело. С детства полюбила. Так. Привет из Республики Тыва. Так вот же, я вижу вас. Юля, такая стрижка вам идет. Спасибо. Вот кто-то за длинные волосы. Со стрижкой лучше. Ну, началось. Сколько людей, столько и мнений. Как вы пришли к тому, чтобы стать артисткой? Как найти себя? Ну, вот я сейчас за ней, допустим, наблюдаю. Я понимаю, что в ней есть все составляющие артистки. Она очень любит петь, танцевать, рисовать. И просто это нужно поддерживать, развивать. Ни в коем случае не запрещать ребенку. Все, что вот ему нравится, пускай делает. И так же делали мои родители. Я сначала танцевала, меня в танцевальные отправили. Потом начала петь, и меня постоянно просили петь родные, близкие, друзья. Ну, в общем, как-то все так развивалось постепенно. И потом уже «Фабрика звезд 2». Я развиваюсь сама насчет вокала, то есть часто меня об этом спрашивают. Допустим, есть какая-то вот песня, которая вам нравится. Ну, неважно, услышали на радио, скачали откуда-то. И вот выучиваете песню, записываете себя на диктофон со стороны, слушаете, красиво, некрасиво, что подправить. И вот таким образом 1,5-2 часа занимаетесь. Как я занимаюсь, вот сейчас, допустим, репетирую постоянно свой материал новый, который в альбоме вы услышали, CLV. Новые песни мы уже делаем, дальше мы же не останавливаемся, я вам об этом говорю. Постоянно вот так себя со стороны записываю, пою. Очень милая женщина, благодарю вас. Привет из Иркутска. Любишь ли ты что-то коллекционировать? Да, в принципе, я сейчас ничего не коллекционирую. А вот в детстве, помните, была жвачка Лавыз? Вот мы собирали все эти фантики и закапывали их в землю. Как сейчас помню. Типа это был клад. И потом, кто найдет, тот дальше собирался и еще в каком-то месте зарывал. Тик-так хорошее, спасибо большое. Вы в Балашов еще приедете? Ну, надеюсь, приедем, не последний же раз. На фабрике. Что-то там. Я так и не поняла. Мои любимые цветы раньше были лилии, но сейчас у меня аллергия на них появилась. Не могу. Голова начинает болеть, когда рядом стоят. Ну, какие? Мелкие розочки люблю, такие, знаете, нежных оттенков. Привет, Юлечка, и вам привет. Юля, ты куришь? Да вы что? Я ярый противник курения. С детства я папу своего гоняла постоянно, чтобы, не дай бог, там даже форточку не курила. Я его выгоняла на балкон. Юля, спой, пожалуйста, «Любовь найдет». Да, пожалуйста. Любовь найдет и тебя скоро, таких, как мы, на земле много. Любовь быстрее любой скорой тебя найдет и спасет снова. В Смоленск обязательно приедем. Ох уж это аллергия, пишут люди. Ну, кстати, я абсолютно не аллергенный человек, но вот на лилии после родов появилась аллергия. Я ваш поклонник в Китае, господи, из Китая люди мне пишут. Кстати, как там с вирусом в Китае, не знает никто. Держитесь там, здоровья всем. Так, ну что, я уже с вами тогда сейчас буду прощаться. Еще раз
Спасибо вам за то, что слушаете мой новый альбом CLV. Спасибо за такие добрые отзывы о песнях, которые в альбоме. Жду вас, конечно же, на своих концертах в феврале и в марте. Дальний Восток, Западная Сибирь. Целую вас, обнимаю. Буду почаще, я надеюсь, выходить в эфиры, а то я, знаете, ну, вы меня знаете, тот, кто интересуется, как это все, у меня все так непросто в этом отношении, но я стараюсь для вас. Вот, желаю вам здоровья, весна, приходи быстрее, это мое самое любимое время года. Я вам тоже посылаю очень много-много-много сердечек, вот я вижу много-много сердечек, и до новых встреч. Пока-пока.